Сегодня, 5 декабря, исполняется 160 лет со дня освящения Покровского храма Оренбурга. Это один из самых древних и чудом уцелевших во времена разрушений храмов в Оренбурге. Появился он благодаря почетному гражданину города Михаилу Степановичу Дееву. Строить храм начали весной 1852 года. Зимой следующего, 1853-го, строительство завершили. Изначально церковь была однопрестольная, в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Небольшое помещение не вмещало всех желающих, и через несколько лет достроили еще два предела. В 30-е годы 20-го столетия церковь закрыли, а ее настоятеля расстреляли. Здание отдали облпотребсоюзу под мастерские. Обратно удалось вернуть храм только в 1991 году. И сегодня, пожалуй, это самый уникальный собор города. Иконостас здесь самый старинный. Раньше эти иконы располагались в разрушенном кафедральном соборе Оренбурга. В нашем храме находятся иконы, выполненные художником-передвижником XIX века Владимиром Егоровичем Маковским. Эти иконы за его авторской подписью 1894 года. Он также замечателен тем, что его росписи находились в храме Христа Спасителя. Праздничную службу в честь юбилея храма проведет митрополит Оренбургский и Сарактарский Валентин в это воскресенье, 8 декабря.